Здравствуйте, дорогие друзья, жители города Одинцово и Одинцовского района, братья и сестры, Христос воскресе! Сегодня, 14 мая 2017 года, в нашем городе, в Одинцово, в Одинцовском районе, знаменательное, радостное пасхальное событие осуществляет свой пасхальный визит в город Одинцово, управляющий Московской епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, патриарший наместник Московской областной епархии, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыка Ювеналий возглавит божественную литургию в Георгиевском соборе города Одинцово. Его архипасторский визит приурочен к десятилетию со дня освящения собора. Уже прошло 10 лет. Собор за это время стал духовным и культурным центром города и района. За литургией будет петь сводный детский церковный хор храмов Московской епархии. Всего в богослужении примут участие около 500 юных певчих. А прислуживать в алтаре будут алтарники, ребята, отроки из разных благочиний Московской епархии, которые съедутся из всего нашего большого, славного Подмосковья. Собор святого великомученика Георгия Победоносца построен в самом центре города к 50-летию города Одинцова. Двухэтажный, кирпичный, пятикупольный храм в русском стиле с колокольней, крупнейший в Одинцовском районе. На втором этаже собора находится Георгиевский храм с Сергиевским и Никольским пределами. А на первом этаже Иверский с Александросвирским и Татьянинским. В цокольном этаже Крестильная Предтеченская церковь. Так что собор получается трехэтажный с цокольным этажом. В соборе находятся списки икон Пресвятой Богородицы со святой горы Афон в Греции. Там же написана и храмовая икона Георгия Победоносца, и в ней частица мощей святого. Как я уже сказал, собор стал духовным центром города. При нем действует воскресная школа, детские и молодежные церковные хоры, многочисленные кружки детского творчества. И настоятелем собора, благочинным Одинцовского церковного округа, архимандритом Нестором Жиляевым и всеми священниками Одинцовского благочиния ведется постоянная, активная, благотворительная работа. Ежегодно из Георгиевского собора до Гребневского храма проходит уникальный пасхальный молодежный крестный ход. Богослужение возглавляет наш правящий архиерей, владыка, Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, а ему сослужат викарии Московской епархии, и когда мы их увидим, мы назовем их по именам. Мы только что видели сводный детский хор Московской епархии. Песнопения литургии будут исполнять около 500 детей певчих из церковных и светских хоровых коллективов Подмосковья. Сводный хор для богослужения будет разделен на две половины по 250 детей. Руководить хором будет священник. Он уже и руководит, его тоже показали. Он прошел вот тут в очках, в камелавке. Священник Сергей Голев. Владыка Ювеналий является заслуженнейшим архиереем Русской Православной Церкви.
1959 году он был посвящен в первый священный сан. До этого принял монашеский постриг в Ленинграде, в Петербурге. Потом стал иеродиаконом. 1 января 1960 года был рукоположен в иеромонаха, а уже в 1965 году стал епископом, архиереем Русской Православной Церкви. А в 1972 году удостоен был святейшим патриархом Пименом сана митрополита. Из действующих архиереев Русской Православной Церкви, старейший, заслуженнейший, в 2010 году во время первосвятительского визита в Орехо-Зуево святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, обращаясь к митрополиту Ювеналию: «Принимая во внимание ваши большие заслуги перед всей нашей церковью и в связи с юбилеем, полагаю справедливым удостоить вас высшей иерархической награды Русской Православной Церкви право служения в преднесении креста Господня в пределах Московской областной епархии». Мы ожидаем с минуты на минуту владыку Ювеналия. Вскоре он войдет в храм. Начнется торжественное облачение владыки и божественная литургия. Первая ее часть уже совершена внутри алтаря, в тайне, на жертвеннике. Первая часть литургии называется «Проскомидия», вторая часть называется «Литургия оглашенных», а третья – «Литургия верных». Но нами воспринимается все как единое целое, в едином потоке песнопений, молитв. Мы молитвенно участвуем, созерцаем, и многие сподобятся непосредственного участия в божественной литургии, когда будут причащаться святых христовых тайн. Сейчас мы с вами видим собор. В большие праздники, в воскресные дни, он не вмещает всех желающих помолиться за богослужением. Собор занимает очень удачное место на скрещении дорог в Одинцово. Сегодня предстоит еще одно радостное событие. По окончании божественной литургии владыка Ювеналий предполагает осветить закладной камень в основании будущей трехэтажной воскресной школы. Она станет, будем надеяться, мы верим в это, еще одним культурным, образовательным, просветительским центром для детей, молодежи, да и для взрослых, которые тоже тянутся к духовному просвещению. В просветительском центре рядом с Гребневским храмом на Можайском шоссе в Одинцово уже который год проходят занятия, организованы курсы просветительские разного формата для взрослых людей. И катехизические, и богословские. Так что потребность, нужда в просветительской образовательной работе очевидна. И строительство будущей воскресной школы, которая будет одновременно и центром просвещения и образования, это еще одно подтверждение того, что церковь с радостью, готовностью при помощи светской власти района отвечает на этот социальный запрос. Владыка Ювеналий уже подъехал к собору.
Божественную литургию он будет совершать в сослужении викариев Московской епархии. Также примерно 20 священников благочинных, то есть священников старших в церковных округах, которые, как правило, соответствуют районам Московской области. Районов больше и благочинных, конечно, больше, но 20 избрано, оказана им такая честь высокая, сослужить владыке-митрополиту при совершении божественной литургии. Также будет участвовать и в богослужении духовенства Одинцовского района. Старшим священником церковного округа является архимандрит Нестор. Мы уже слышим издалека, как бы так вот приблизительно, еще не смело, робко. Вот владыка Ювеналий, наш правящий архиерей, поднимается в собор. За ним архимандрит Нестор, глава района Андрей Робертович Иванов. Детский хор поет «Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, Иисущим во гробех живот даровав» на греческом языке. Владыку Ювеналия облачают в образ старинного священного плаща, в мантию со скрижалями, на которых вышиты иконы Благовещения Пресвятой Богородицы. Священник на блюде подносит владыке крест, который митрополит с благоговением целует. И сейчас предложит его для поклонения и целования всем, кто будет ему сослужить. Благословляя народ, он проходит в центр храма. За ним следует архиерей. Слева епископ Илиан, справа епископ Тихон. Владыка проходит к иконам. Архиереи удаляются в алтарь. Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий приложился к иконе Спасителя Господа Иисуса Христа, затем к иконе Пресвятой Богородицы. Хор исполняет пасхальное богородичное песнопение «Ангел вопияши благодатней, чистая дева, радуйся!» И снова, паки, реку, говорю, радуйся! Твой сын воскресе три дневе над гроба, и мертвые воздвигнувые люди, и веселитесь. Владыка молится перед царскими вратами и спрашивает у Господа Бога благословения на совершение самой главной христианской православной службы, божественной литургии. Литургия – слово греческое, в переводе на русский язык означает «общее дело». Дело общее и священнослужителей, и народа Божьего, который стоит в это время в храме, и тех, кого с нами уже нет, кто почил о Господе, перешел в мир иной, и всех святых, и бесплотных небесных сил, да и вообще всей вселенной. Жизнь мира – это своеобразная литургия. В этом общем деле
Не сознавая того, участвуют даже природные силы. И вода, и воздух, и солнечный свет, и ветер, и животные, и солнце на небе. Все участвует в общем деле обеспечения жизни, поддержания ее, сохранения. Владыка благословляет народ троекратно, архипастырским благословением. В его руке посох. Этот посох напоминает нам посох пастыря, который и в древности, и в наше время пасет овец. В руках архиерея Божия это посох, который означает, что он является добрым пастырем словесных овец. Теперь дорожный плащ, мантия с архиерея совлачается, снимается, полагается на специальное блюдо. Также и белый митрополичий клобук, и четки, и панагия. Панагиос означает «всесвятая». Икону Божьей Матери архиерей носит на груди. Владыка снимает рясу и благословляет дальнейшее совершение божественной службы. Оно начинается с того, что на владыку митрополита одевают, облачают его в подсакосник или в подризник, в особую белую одежду, которая первой надевается на служащего священника. И священник, и архипастырь в первую очередь надевает это белое облачение, специальными ленточками завязывает рукава, образ готовности совершать дальнейшие богослужения. На владыку надевается епитрахиль, благое ярмо. Два как бы сшитых вместе полотенца, пояс. Мы сейчас все это отчетливо видим на экране. Благословен Бог, читается молитва. Препоясуя имя силою и положи непорочен путь мой. Совершай нози мои, ноги мои, яко елени, и на высоких поставляя имя. Владыке предлагается палец, который он целует, образ духовного меча. А теперь поручи, которые духовно укрепляют руки, десную правую и шую левую. Этими архипастырскими руками преподаются и благословения, и будет совершена божественная литургия, в сердце которой освящение принесенного и приготовленного специально испеченного хлеба и вина, смешанного с водой, для того, чтобы сила Святого Духа осенила это предложение, проникла в это земное, насущное, так нам знакомое вещество, плод пшеничного зерна и виноградной лозы, то, что по благословению Божию произрастает на земле и питает нас, насыщает и укрепляет, дает силы жизни. Дух Святой войдет в это вещество, благодать проникнет в него, и мы будем знать, чувствовать, глубоко к сердцу принимать, что вещество это на литургии становится пречистым телом и святою кровью Господа
Иисуса Христа. Его человечество, воспринятое некогда от Святой Девы Марии, в этом веществе, которое будет на Святом Престоле, а потом предложено всем священнослужителям, архипастырям и пастырям, диаконам, всему народу, который будет причащаться для освящения, приобщения плоти и крови Иисуса Христа. Сейчас очень важный момент. На Владыку возложили омофор, что означает, это греческое слово, омофорос, плечи, нос, то есть то, что носится на плечах. Добрый пастырь на плечи свои возлагает заблудшую овцу. В 15 главе Евангелия от Луки рассказана притча о том, как оставит человек 99 незаблудших и пойдет искать одну заблудившуюся. И нашед ее, возложит на плечи свои и вернет ее в стадо, вернет в храм Божий, в церковь, поставит перед дорогой в Царство Небесное. К концу подходит облачение архиерея. Он целует икону, другую, с изображениями Спасителя Иисуса Христа и Божьей Матери. Между ними крест, последние приготовления, трогательные и значительные. Каждое движение здесь исполнено глубокого значения символизма. И, наконец, возлагается на главу митра. Мы слышим голос протодиакона. Господу помолимся. В руках архиерея два подсвечника. С тремя и двумя свечами. Три кирии и дикирий. Три. Говорят нам, видимо, о том, что мы поклоняемся, веруем в Бога Святую Троицу. А два светильника, две свечи на дикирии напоминают нам о спасительном деле Господа Иисуса Христа, Бога и человека в едином лице. На четыре страны света благословляет архиерей, владыка Ювеналий, храм Божий и все, что за стенами его, весь мир, окрестность, нас с вами. И теперь хор поет Владыку и архиерея нашего, Господи Иисусе Христе, сохрани на многое лето. Архиереи, священники, диаконы вместе с Владыкой совершают крестное знамение. Молится Владыка митрополит перед совершением божественной литургии. Первенствующий священник, архимандрит Нестор, благочинный Одинцовского района, получает у владыки благословение, чтобы произнести начальный возглас божественной литургии. Знаменательные слова. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа.
момент торжественный, трепетный. Владыка благословляет вошедшего в алтарь старшего священника, протодиакон просит благословения. Благословенно царство. И мы слышим голос Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресно и во веки веков. Один из подьяконов наготове держит архиерейский служебник. Сейчас он развернет его перед владыкой. Но прежде начала всех молитв, в эти пасхальные дни победно звучит в церкви пасхальный тропарь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Всегда сердца верующих людей, да даже еще и не нашедших дорогу к храму, радостью исполняются, когда слышат эти слова. Божественная литургия начинается с великой, или, как ее еще называют, мирной, по первому слову, ектеньи. Ектенья – это отдельные прошения, произносимые диаконом, если его нет, священником, на которые хор каждый раз отвечает словами «Господи, помилуй». Если вслушаться в эти слова «миром», то есть всем миром, вся Вселенная в общении с Богом беседует с Ним словами или делами, или действиями, заложенными в ней, «миром Господу помолимся». О свышнем мире мы молимся Богу и о спасении наших душ. И что очень важно, о мире всего мира. В наше немирное время, как важен нам мир, тишина, благоденствие, благостояние святых Божиих церквей и соединение всех. Об этом в святом храме молится диакон. И смотрите, кланяются священники, потому что в это время мы молимся о великом господине отце нашем святейшем патриархе Кирилле и о господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Виналии и о всех священнослужителях, которые присутствуют, молятся, участвуют в совершении божественной литургии. Мы молимся и о богохранимой нашей российской стране, о ее властях, о ее воинстве, и о граде сем, то есть о нашем городе, об Одинцово, о благорастворении воздухов, то есть о, по-русски говоря, хорошей погоде, о изобилии земных плодов и мирном времени. А вот сейчас о плавающих, путешествующих, недугающих, то есть болеющих, страдающих, плененных, и не только оказавшихся в плену земном, но и в плену своих страстей, своих дурных привычек, и о спасении их Господу помолимся. И молимся о том, чтобы избавиться нам и от всякой скорби, и от праведного наказания Божьего, гнева, и от всякой нужды, от всего, что недостает нам для спасительной жизни. Просим Господа, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Твоей благодатью, то есть Твоей силой, нисходящей на каждую человеческую душу. От нас только зависит принять или не расслышать, не понять. В конце ектении мы обращаемся к Пресвятой Владычице Богородице и ко всем святым. И обещаем Богу. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.
и во веки веков. Благочинный Красногорского благочиния протоиерей Константин Островский проходит по благословению владыки митрополита в алтарь, чтобы произнести следующие полагающиеся на литургии возглас, а в это время, как полагается, и подьяконы предложили владыке умовение рук, лентион полотенца возвращается на плечи подьякона. Владыка восседает на архиерейском амвоне, на архиерейской кафедре, на особом возвышении среди храма. Молитва «Господи Боже наш, Его же держава несказанна, слава непостижима» уже прочитана. А сейчас звучит в исполнении хора один из псалмов, стихотворений царя и пророка Давида. «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, венчает тебя милостью и щедротами». А сейчас читается владыкой следующая молитва, в которой архиерей от лица всех присутствующих обращается к Господу Богу и просит спасти людей, благословить достояние, исполнить церковь молящимися. Осветить красоту Дома Божия, храма. Прозвучала малая ектенья, сокращенные прошения. Возглас священника из алтаря: «Ибо Твоя держава, и царство Твое, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». А вот сейчас звучит другой псалом из древнейшей книги пророка Давида. Она написана за 3000 лет до нашего времени. Можно сказать, что пророк Давид – это самый успешный поэт в истории человечества. Намного обгоняет Гомера и всех прочих поэтов, и Данте. Его псалтирь, 150 стихотворений, решительно на все языки мира переведена, и каждый день всеми христианскими конфессиями читается, поется, исполняется в храмах. Мы видим сейчас на амвоне Георгиевского собора постелен круглый коврик, который называется «Орлец». На этом круглом ковре изображение града и над ним парящего орла. На всех значительных местах, где останавливается архиерей, он встает на этого орла, как бы парит на нем, на его крыльях несомый. И с этого орлица молится, благословляет, возносит руки к небу. Очень важное песнопение сейчас звучит в храме. Оно написано в VI веке византийским императором святым Юстинианом, который 38 лет управлял Великой Византийской империей. «Единородный Сын и Слове Божий, бессмертен Сы, сокращенный символ веры, святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий русский святой 19-го, начала 20 века, не мог без слез слышать эти замечательные, глубокие, емкие, неисчерпаемого содержания исполненные слова. Посмотрите на детей. Для них это
великий праздник, торжество, ответственность. Их пригласили всех самых, наверное, лучших из Подмосковья, чтобы помочь владыке совершить божественную литургию. Вот мы видим главу Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова. Яко благий человеколюбец Бог еси, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу. Это возглас после третьей Евтимии. Ныне и присно, и во веки веков. Произнося ее, священник в царских вратах кланяется владыке и просит его благословения. Начинается пение блаженных. Содержание из Евангелия от Матфея, 5 глава. Заповеди блаженства. Их произнес Спаситель, обращаясь прежде всего к ученикам своим, а через них ко всему народу, и кратко изложил, в чем же заключается подлинное счастье человека. Оно заключается в смирении, в кротости, в покаянии. Блаженны нищие духом, то есть ничего о себе не мнящие, не гордящиеся, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, потому что утешатся. Кроткие, потому что наследуют землю, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, потому что они будут в первую очередь помилованы. Блаженны чистые сердцем, потому что они чистотой своего сердца, как неповрежденным зеркалом, отразят Божье присутствие, увидят Бога, Бога по-славянски узрят. Во время пения «Блажен» совершается малый вход. Из алтаря износится Евангелие Господа Иисуса Христа, которое всегда находится на Святом Престоле. Вот мы видим Евангелие, оно сейчас будет предложено владыке. Владыка благословляет. Протодиакон указывает орарем на путь евангельский в алтарь. Алтарь означает «альте-аре» – возвышенное, высокое место. Премудрость, то есть мудрость, прости, станьте прямо, выпрямьтесь, сделайте прямыми свои мысли, не кривыми, не уклоняющимися в сторону. В ответ на этот возглас протодиакона все вместе, архиереи, сослужащие епископы, священники, молятся: «Приидите, поклонимся и преподем Христу. Спаси нас, Сыне Божий, воскресший из мертвых». Воскреси из мертвых. Спаси нас, воскресший из мертвых, поющих тебе. Аллилуйя. Аллилуйя – слово семитское, древнееврейское. В переводе означает «хвалите Бога», «Богу нашему хвала». Богу, в первую очередь, благодарность за самый главный дар – дар жизни. Владыка-митрополит сходит с архиерейской кафедры и
неся в руках трикирий и дикирий, восходит на амвон, с которого сейчас будет благословлять поющих. И правый, и левый клирос подходит к небольшой иконе Спасителя, прикасается к его пречистому лику, к иконе Божьей Матери и входит во святой алтарь, а за ним сослужащие ему архиереи. В богослужении участвует епископ Видновский Тихон, Серпуховской Роман, Балашихинский Николай, епископ Зарайский Константин, ректор Коломенской духовной семинарии, епископ Луховицкий Петр, епископ Илиан. И около 20 священников благочинных, старших священников церковных округов. Совершается кождение Святого Престола. Теперь владыка поворачивается к жертвеннику, к особому столу, на котором была совершена начальная часть литургии, проскомидия. Все было приготовлено для совершения великого таинства благодарения, Евхаристии. 5 просфор в образ и в воспоминание насыщения 5 хлебами Господом Иисусом Христом 5000 человек, возлежавших на траве, и издалека только видевших Господа, который преломлял хлеб и раздавал ученикам. Ученики подходили и относили, подходили, принимали хлеб и разносили по рядам, и тоже не видели от начала до конца, что происходит. И только потом собрали оставшиеся короба хлеба. Все насытились, все напитались. И еще осталось чудо умножения хлебов, которое совершается на каждой божественной литургии. Мы приносим 5 хлебов из главного, большого, из большой просфоры. Вырезаем квадрат, куб со словами «Иисус Христос Ника». «Иисус Христос побеждает». Жертвенник, который мы видели в алтаре, это еще и образ вертепа, в котором родился Христос. И гроба, в который он был положен, потому что на проскомидии вспоминается как Рождество Христово, так и его крестная жертва. Владыка митрополит сейчас совершает кождение иконостаса, то есть особый, освященный вставленными в нее иконами стены. Иконостас не скрывает на самом деле, как некоторые думают, от верующих людей, стоящих в храме, алтарь и совершаемые в нем таинства. А наоборот, сосредотачивает наше внимание, не скрывает, а являет то главное, что совершается в алтаре. Великое таинство присутствия и общения с нами, Господа, Пресвятой Богородицы и всех святых. В первую очередь, святого, которому посвящен храм. Стоя перед Святым Престолом, владыка читает тайную молитву. Сейчас звучат в исполнении хоров тропари, которые положено исполнять, петь на этой службе. Владыка благословил протодиакона для очень важного, мы его вскоре услышим, возглашения, которое прозвучит на божественной литургии.
заканчивается чтение молитвы Три Святого. То есть той молитвы, которая читается перед тем, как будет исполняться в церкви пение «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Боже святый, которых почивает во святых, который тресвятым глазом от серафимов воспевается и от херувимов славословится, и ведь всякие небесные силы поклоняется, который от небытия в бытие, в жизнь все привел, создал человека по образу своему и по подобию и украсил его всякими талантами, всяким дарованием. Божий, который дает просящему премудрость и разум и не презирает согрешающего человека, но полагает на спасение, покаяние, ждет от нас раскаяния, сознания грехов. Вот выходит протодиакон. Господу помолимся, возглашает он. Ему отвечает хор: Господи, помилуй. Продолжая возглас архиерея, яко святый си Боже наш, и тебе славу высылаем, протодиакон возглашает древний византийский возглас: Господи, спаси благочестивых прежде всего, императоров, покровителей церкви, весь благочестивый народ, от священнослужителей до мирян. А теперь, обводя всех молящихся в храме, говорит: и во веки веков, всегда спаси так, чтобы все присутствующие не увидели смерти, но наследовали бессмертие. Дикирием благословляет митрополит Ювеналий, лежащий на престоле Евангелия, берет в руку крест и благословляет, благословляя сослужащих архипастыри, выходит нам вон царскими вратами, чтобы преподать свое архипастырское благословение всем людям, находящимся сейчас, в этот радостный пасхальный день в храме. Вот он встает на орлец, на крылья орла, духовно паря в Божьем храме. Призри с небесе Божий и посети виноград сей. Тот самый виноград, который насадила твоя десница, твоя рука. Мы Божий виноград. Мы новое произрастание земли и истории. На нас владыка-митрополит низводит Божье благословение, просит: увидь нас, Господи, и посети Твоею благостью. Укрепи нас Твоей силой. Владыка проходит на горнее место алтаря. А хор отвечает: да, Господи, услыши эти молитвы и помилуй нас. И пение Тресвятого, по преданию церковного, оно сейчас совершается в алтаре, в начале V века в Константинополе во время страшного землетрясения
совершалось богослужение и крестный ход. В видении одному отроку явились ангелы, поющие эту песнь. И христиане, услышав об этом, присоединили к ангельскому пению слова «Помилуй нас». Итак, сейчас это звучит: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Пройдя на горнее место, Владыка произнес слова: «Благословенный си на престоле славы Царствия Твоего, сидяй на херувимих, всегда ныне и присно и во веки веков». Мир преподает нам архипастырь. Юный алтарник, чтец. Возглашает протимен, отдельные торжественные и содержательные, отвечающие смыслу совершающегося стихи. И они, как правило, тоже, как ниточки, выплетены из сборника псалмов, из псалтири пророка Давида. «Пойте Богу нашему, пойте! Пойте цареве нашему, нашему царю, пойте!» Теперь первая половина стиха. Опытный чтец хорошо обращается с апостолом, то есть с книгой, в которой книга «Деяний святых апостолов» и «Апостольские послания». Сегодня читается отрывок из книги «Деяний святых апостолов». «Во дни оны, рассеявшиеся апостоли...» Это глава 11 из книги «Деяний». «Уже при Стефане, пройдоши даже до Финикии и Кипра, и Антиохии, ни единому же глаголище слова, токма иудеям, не проповедуя слова никому, кроме иудеев. От них мужи кипрсти и киринейсти, были же некоторые из них киприяне, киринейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И рука Господня, и была рука Господня с ними. Многое же число веровавше, обратившися к Господу. И великое число уверовав, обратились к Богу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Варнава — один из апостолов от 70. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Почему? Потому что он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народу ко Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. Это первое имя великого апостола народов Павла. И, найдя его, тоже привел его в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. В Антиохии ученики христианы, вот ученик же, по велику кто имеешь и что, изволишь киждо их на службу послать живущим во Иудее. И ученики в Антиохии в первый раз тогда стали называться христианами.
И они положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Благословляет чтеца, а он отвечает: «И со твоим духом да будет мир!» И возглашает: «Аллилуйя! Слава Богу!» Подхватывает этот возглас хор: «Аллилуйя! Воистину, аллилуйя! Воистину, славен Господь! Слава Господу!» Видим главу района снова, внимательно слушающие слова божественной литургии, молящегося за этим великим богослужением. Наступает, приближается ответственнейший момент совершения божественной литургии. Мы видим несомое руками протодиакона само Слово Божие, божественное, святое Евангелие. Евангелие в переводе с греческого на русский означает «радостная, благая весть». Евангелие звучит с возвышения, с архиерейского амвона. На нем будет поставлен небольшой столик, аналой, с наклонной верхней крышкой, и с него будет читать протодиакон Евангелие, Слово Божие. Сегодня неделя о Самарянине. Звучит четвертая глава почти полностью Евангелия от Иоанна. Просит благословения прочитать этот отрывок из Евангелия святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. И отвечает архиерей из алтаря: «Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Богослова да даст тебе глагол, благовествующему силою многую во исполнение Евангелия Господа нашего Иисуса Христа». Застегивается. Это драгоценная вещь, как некий ковчег, который открывается специально для чтения. Евангелие окружено репидами. В древности они были из материи или из павлиньих перьев, а сейчас это металлические, золоченые изображения херувимов и серафимов. Во время оно, читает протодиакон, приходит Иисус в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, патриархом древним, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей», она это узнала и по одежде, и по речи его, «просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи, объясняет евангелист Иоанн, с самарянами не имеют ничего общего, никакого общения, даже не разговаривают с ними, считая их осквернившими себя из-за неправильного мировоззрения, неправильной веры. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе,
дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и даже скот свой поил водой из этого колодца? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. То есть опять придет за водой, опять будет хотеть пить. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Какое-то совершится утоление всех самых главных потребностей человеческой души, а через душу и тело. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, то есть пробудит ответную воду, забьет ключи внутренней жизни, внутренних сил, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему: господин, дай мне этой воды. Но по-прежнему понимает это как-то житейски: чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему: господи, вижу, что ты пророк, но кто же может это знать? Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И Иисус отвечает ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, говорит Он, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть посланник, помазанник Божий, Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривает с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все про меня. И что я сделала? Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: рави, то есть учитель, ешь. Но он сказал им: у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собою: разве кто принес ему есть? Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня. То есть, когда исполняю волю пославшего меня, я сыт и силен, и светел умом, и лицом, и душой. Волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, на эти головы, на это море людское, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, потому что Господь сеял, другие трудились, пророки прежде воплощения Господа Иисуса Христа, а вы вошли в их труд. И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них. И Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщины той говорили: уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.
Какое глубокое и замечательное Евангелие. Да, действительно. Спасение человека начинается с того, что человек в какой-то момент совершает поступок не эгоистичный. Бог посылает другого человека, обстоятельства жизни. Книгу прочитаешь, что-нибудь случится, и в этом случившемся прозвучит просьба. Как бы через Господа, через другие уста. Дай мне. Господь говорит, человек, помоги мне тебе помочь. Дай мне возможность тебя спасти. Завершилось чтение Евангелия. Уносятся репиды. Уносится Евангелие. Епископу Илиану поручается благословить верующих. Благословляется благословить верующих тритирием и дикирием. После чтения Евангелия диакон произносит сугубую, усиленную ектинью, начинающуюся словами «рцем вси», то есть «будем говорить все». Церковь призывает как священнослужителей, так и молящихся всеми силами и способностями души обратиться с ответной любовью. Из Евангелия только что слышали о любви Божией к нам, о заботе, о каждом отдельном человеке и грешнике, как эта самарянка. А теперь с ответной любовью мы призываемся обратиться к Господу, с глубочайшей благодарностью и преданностью к Богу и в нем одном искать себе помощи и заступления. В это время архиерей читает тайно молитву прилежного моления, в которой просит Господа Бога, чтобы он милостивно принял усиленное, сердечное моление своих рабов о прощении грехов и ниспослал свои щедрые благодеяния всем людям своим. Молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, чтобы тихое и безмолвное, мудрое, не слушающее всякую молву, клевету, ложь, то, что мешает человеку быть серьезным и глубоким, чтобы такую жизнь мы пожили, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, чистоте совести, чистоте души. Поминаются и все святейшие патриархи, предстоятели нашей церкви в минувшее время, в прошедшие века. И о всех молится церковь, прежде почивших, отцах и братьях, матерях и сестрах наших. Молится диакон о братьях и святых храма сего, всех здесь предстоящих и молящихся перед совершением самой главной, сердцевинной части божественной литургии. Архиерей символически снова умывает руки, которые должны будут благословлять хлеб и вино с водой, чтобы совершилось приложение этого святого предложения в тело и кровь Христовы. Духу ныне присно и во веки. Завершается литургия оглашенных, то есть тех, кто
готовится к вхождению в церковь, кто слышал Святое Евангелие. Поется в храме херувимская песня. Мы, как херувимы, тайно образуем Святую Церковь. Верные ученики Спасителя следуют по указанному им пути. Идут в Царство Божие. Идут в Него, отложив житейские попечения, с чистыми мыслями, чтобы со Христом сраспинаться, соумирать для греха. И все это для того, чтобы жить с Господом в вечности. Мы, подобно ангельским силам, иже херувимы, являя собой торжествующий лик херувимов, поем песнь животворящей Троицы, отложив суетные заботы, укрепляя сердце и мысль в созерцании, являемой ныне нам божественной тайны. Сын Божий, Царь веков, Господь и Владыка всей Вселенной, дориносимый, по-гречески дорифо руменон, победителя в битве, императора или полководца воины, возводили на щит и на древках своих копий торжественно вносили во взятую крепость, в город или возвращали в столицу, с которой началось победное шествие. Дориносимый, ангельскими чинами, то есть как бы на копьях, на щите, на возвышении, мы сейчас будем нести Господа славы, великого победителя в битве с грехом и смертью, Иисуса Христа. Мы сейчас находимся в преддверии великого входа. Великим он называется по тому особому значению, которое наполняет это священное действие, входящее в состав божественной литургии. Вот мы видим несомые руками протодиакона дискос, что означает, это плоская ваза, круглая, означающее небо, вселенную. Как правило, на дискосе выгравирована икона Рождества Христова. Сейчас на дискосе, покрытой звездицей и покровцем, находится часть вырезанной большой просфоры. Из рук протодиакона сам владыка принимает святой дискос, над которым склонились репиды, изображающие херувимов. Братья и святаго храма Святого,
поменет Господь Бог по царству своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. От святейшего патриарха Кирилла до всех помянутых владыкой Ювеналием, братья и святаго храма сего, митрополитов, архиереев, священников, все участвуют через это поминание, молитву в совершении великого таинства тела и крови Христовых. Сейчас в царских вратах святая чаша. С виноградным вином, растворенным с водой. Над чашей тоже репиды. Над ней молятся перед тем, как вознести и поставить ее на святой престол, для того, чтобы совершилось благодарение Господу. Анафора. По-русски возношение. Мы Богу возносим, устремляя в жизнь будущего века то, что по Его милости и благословению приготовлено нам для соединения с Ним, для общения. Просим Господа, Господи, войди в это вещество, будь в нем, как Ты некогда благоволил быть среди нас телесно, жить, есть и пить, уставать, ходить по пыльным дорогам Палестины, исцелять больных, насыщать голодных, воскрешать мертвых. Ты благоволил принести себя в жертву для того, чтобы мы жили, сделать себя тем хлебом насущным, без которого мы не можем существовать. У нас не будет ни ума, ни сил. Мы не справимся с той великой ответственностью, которая возложена на человека во Вселенной. Но с Твоей помощью мы сможем поддерживать и продолжать жизнь. Дай нам, Господи, вкусить от Твоего святого тела и Твоей пречистой крови, чтобы жизнь Твоя бессмертная заструилась в нас, чтобы мы стали сотелесными Тебе. Молится протодиакон о предложенных святых дарах. Это прежде всего дар Господа Бога нам и наш посильный ответ Ему. Владыка остается в Сакосе. На Сакосе 33 по числу лет земной жизни Спасителя фибулы пуговицы, необыкновенные и особенные, в которых маленькие колокольчики. Когда архиерей шествует в Сакосе, колокольчики позванивают, и это означает несмолкающее благовестие, проповедь, Слово Божие, весть о спасении, призыв к исправлению жизни, проповедь Евангелия. Очень важно и спросить у Господа прощения и оставления грехов перед тем, как будет совершаться главная часть литургии и сердце литургии верных. Ектиня, которую сейчас произносит протодиакон, называется просительной. На каждое прошение этой ектиньи хор отвечает: «Подай, Господи! Подай, Господи!»
в заключении к тенги, как и всегда, в заключении всех молитв, мы обращаемся к виновнице нашего спасения, к той, которая предала всю себя, чтобы Сын Божий, один от Святые Троицы, смог прийти в мир, создать Церковь, устроить наше спасение. Мир преподает Владыка всем, кто молится сегодня вместе с Ним в Храме Божьем. Начинается Евхаристия. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем и призывает диакон. И мы поем Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Священнослужители в алтаре приветствуют друг друга. Двери, двери, обращается к привратникам протодиакон. Смотрите за дверями, чтобы неверные, чтобы кощунственные глаза, неправильные мысли не проникли сейчас в этот храм и в наши души. Все присутствующие в храме поют символ веры. Он воспевается в Православной Церкви за Божественной литургией всеми молящимися. Символ веры напечатан в каждом молитвослове. Мы читаем его в начале утренних молитв, но сейчас его особенное, особое исполнение. Весь храм, от алтаря до дверей, всякая память, каждое сердце поют эти святые слова. С древнейших времен этот символ нашей святой православной веры входит в чин литургии. Был он составлен по изволению Святого Духа отцами Первого Вселенского Собора, который состоялся в городе Никея в 325 году, а дополнен отцами Второго Вселенского Собора в 385. Почти 1700 лет знает и воспевает его Святая Церковь на всех языках. И в Африке, и в Латинской Америке, в Новой Зеландии, в Гренландии, в Европе и в Азии, и в нашей Русской Православной Церкви. Этот символ веры был составлен для утверждения верующих в истине, когда различные еретические учения пытались не спровергнуть истинную веру в Троицу единосущную и нераздельную. И тогда Святая Церковь решительно выступила в защиту чистоты православного вероучения. И действительно, от того, что мы думаем о себе самих, о нашей жизни, о том, что есть истина, а что ложь, зависит наша судьба. От нашего выбора, от того, как мы распорядимся нашей свободой. Как важно иметь правильные мысли о самом главном. И это самое главное в чеканных лаконичных словах изложено в воспеваемом ныне всею Церковью. Мы видим это. Каждый человек здесь, не заглядывая, не подглядывая в бумажку, в книгу, поет слова символа веры. Диакон возглашает: «Станем добре, станем со страхом вонным, святое возношение в мире будем приносить». Слова «станем добре» являются призывом к внутренней духовной собранности, к вниманию и благоговению ввиду предстоящего совершения таинства, чтобы в душевном мире принести Богу жертву, святые дары, помня, что эта жертва приносится Богу не только за нас, но и от нас.
произнес начальные слова Евхаристии. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца, и причастие, то есть общение Святого Духа, да будет со всеми вами. Горе, ввысь вознесем наши сердца. Вот откуда это название «Евхаристия», «Благодарение». Благодарим Господа. Сердце человеческое является тем духовным органом, которым мы воспринимаем духовный горний мир, входим в Богообщение. Ибо блаженны чистые сердцем, они увидят Бога. И мы отвечаем, имя мы имеем и ум и сердце ко Господу, и телом здесь стоим. Святой Кирилл Иерусалимский учил, воистину в тот страшный час, именно в этот, надо иметь сердце к горе, к Богу, а не долу к земле, к земным вещам. Поэтому надо, чтобы все в тот час оставили житейские попечения, вознеслись сердцем на небо к человеколюбцу Богу. Священник читает, все священники, находящиеся в алтаре, владыка-митрополит, молитву. Первая молитва евхаристического канона. Достойно и праведно Тебя воспевать, Господи. Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте Твоего владычества. Молитва большая, продолжительная. В ней от лица всей паствы архиерей обращается к Святой Троице с благодарением. За что мы благодарим Господа прежде всего? За создание мира, за дар жизни, за отеческое попечение о человеке, за все благодеяния Божии и те, которых мы заметили, и за те благодеяния, которые нам неведомы, но тем не менее мы знаем, что без постоянной заботы и попечения, без всегдашнего поддержания жизни в нас, жизнь оборвется моментально. Господь не отступает, не отвлекается от внимания к каждому дыханию. Иначе бы все. Совершает таинство сам Господь Иисус Христос. Духом Святым. Церковь учит. Архиерейские уста, архиерейская рука, а слова, которые Господь некогда произнес на Тайной Вечере. Приимите, ешьте, это тело мое. Пейте от нее все, это кровь моя, которая за вас и за многих, за всех стоящих, за всех живущих изливается восставление грехов. А теперь диакон поднимает святые дары над престолом. Владыка, воздевая руки, говорит, «Твоя от твоих, тебе приносящая, по всех и за вся, о всех живущих, за всех, кто еще только ищет путь к Богу, к разумной и светлой, осмысленной жизни. Какая это великая милость Божия,
на земле каждый день возносятся святые дары со словами «Твоя от Твоих, Тебе приносящая у всех и за вся». В алтаре звучат самые главные слова. Рука архиерея благословляет святой хлеб и чашу. И это видимый знак совершающегося таинства. Примите, едите, твоя от твоих. А теперь вот эти главные слова. Перед ними звучала молитва третьего часа. Мы призывали Святого Духа, чтобы Он сошел, очистил наши сердца. Молитва призывания Святого Духа исповедует веру Церкви в Его силу освящать и совершать таинство. Святитель Иоанн Златоуст, который и записал чинопоследование ныне совершаемой литургии, говорит: «Исти преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии». Преснодеву благодарим всегда после всякого церковного священнодействия. Итак, святитель говорит: «Стоит архиерей и низводит, молясь на Евхаристии, не огонь, а Духа Святаго, читает молитву, чтобы благодать сошла на жертву и зажгла через нее души всех». То есть все же огонь, но огонь невидимый, огонь духовный. Он таинственно проникает в сердца чистых сердцем людей и зажигает в них тепло и свет. Мы прославляем Матерь Божию. Святая Церковь почитает ее, Пречистую Богородицу, выше святых и чинов ангельских. Мы называем ее честнейшей херувимов, славнейшей, более славной, чем серафимы. Ее матернее предстательство пред Богом за человеческий род столь могущественно, что она почитается не просто помощницей в нашем спасении, как ангелы и как святые. Мы к ним обращаемся с прошением, например, святитель Николай, моли Бога о нас, а ее призываем как ходатайцу нашу пред Сыном. И молимся ей, спаси нас. Почитание Божьей Матери и благоговение перед ее святым именем дорого всякому православному христианину. Не почитающий Пресвятой Богородицы не почитает и ее Божественного Сына. Во всех последующих молитвах после Евхаристии выражено единство Церкви Небесной и Земной. Перед Святым Престолом архиерей поминает и живых, и усопших членов Церкви. Просит об отпущении грехов всех от века усопших, в вере и надежде воскресения. Помянув усопших, архиерей молится о предстоятеле Русской Православной Церкви. И всех епископов стоящих просит Владыка Ювеналий, чтобы Господь даровал всех поминаемых Святой Церкви в мире целых, честных, здравых. Помяни, Господи и Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского, Его же даруй святым Твоим Церкви в мире цело, честно, здраво, долгоденствующая, правоправяща, Слово Твое я, истинный.
и всех, и вся. Воспевать и пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. И да будут милости Господа со всеми нами. А хор отвечает: и со Духом Твоим, и с Тобою, наш архипастырь, да будут милости Божии. Архиерей читает молитву, а в это время диакон произносит Ектенью: «Вся святые поминувши, паки и паки, миром Господу помолимся». В первые века христиане называли себя по святости церкви святыми, членами которой они являются. Церковь свята, значит, и каждый принадлежащий ей человек, живой кирпичик этого вселенского здания, по стремлению к Богу угождению, по отличию от мира, который лежит во зле, является святым. Апостол Павел называет христиан возлюбленными Божиими, призванными святыми. Вот, помянув всех святых, диакон молится о принесенных и освященных честных дарах. Эти дары, тело и кровь Христовы, уже освящены. Теперь Церковь молится об освящении нас ради принесенных святых даров, бескровной жертвы. И в конце Ектеньи и спросит, будет просить у Господа: сподоби нас призывать Тебя, Небесного Царя Отца. Сподоби нас Тебя призывать, нашего Отца Небесного, и Церковь согласно вместе будет петь молитву Господню, ту самую, которую сам Господь в ответ на просьбу учеников просил произнес эти слова. Они просили Его: научи нас молиться. Господь в ответ сказал: в молитве не будьте многословны, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны Богу. Молитва Господня, самая главная молитва, состоит из 7 прошений. Раньше говорили: знать, как Отче наш. То есть даже имя можно забыть, и адрес, и что угодно. А вот молитву Господню, самые существенные, насущные, главные слова человек верующий забыть не должен, не может. Отче наш, который на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Все сказано истинно, потому что Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. И снова преподает Владыка наш мир всем молящимся. На него снова возлагается насакос, в который он облачен, святой амофор. Благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Святая
руки архиерея приподнимают над святым дискосом тело Христово. Сейчас оно будет преподано всем сослужащим владыке. В алтаре совершается причащение телу и крови Христовым всех участвовавших в божественной литургии. По окончании причащения священнослужителей раскроются царские врата, из них будут изнесены чаши с пречистой кровью Христовой, в которой будут погружены частицы Его тела. Телом и кровью люди, приготовившие себя к принятию святых Христовых тайн, очистившие свою совесть в таинстве покаяния, быв на исповеди, получив разрешение от своих грехов от Господа Бога через священника, который частью своего облачения, епитрахилию, покрывает голову кающегося и читает молитву, приступают к принятию. А сейчас мы с вами услышим проповедь, которую помощник благочинного, священник Григорий Федотов, после Пасхи, после своего воскресения, Господь в течение 40 дней пребывал с своими учениками. В этот день, неделю о Самарянине. Радость воскресения. Также и Церковь после празднования Пасхи в течение 40 дней дает нам эту пасхальную радость. И каждое воскресение имеет особое посвящение. И вот сегодня, в это воскресенье, мы с вами вместе слышали Евангелие о Самарянке. Это Евангелие выбрано для того, чтобы научить нас духовной жизни, чтобы приблизить нас ко Христу. В этом Евангелии говорится о том, как Господь, отпустив своих учеников в город, чтобы купить еды, остался у колодца в самое знойное время, во время полудня. И вот в этот момент к колодцу приходит самарянка, женщина, относящаяся к особому народу, с которым иудеи не имели общения. Самаряне были, можно сказать, по современным языком, сектанты. Они принимали пятикнижие Моисеева, но добавляли к нему языческие учения. И поэтому иудеи считали их людьми, которые искажают Священное Писание. Но эта женщина приходит тоже в особое время. Она не просто самарянка, но женщина с очень сложной жизненной судьбой. Она приходит в полудень, в самый жар, когда уже никого нет у колодца. Почему? Потому что, как мы узнаем позже из Евангелия, эта женщина не могла похвастаться ни святостью жизни, ни благочестием. И поэтому она приходит в тот момент, когда уже никого нет, когда никто не может на нее сукоризно взглянуть или осудить. И вот эта женщина приходит с водоносом, собираясь набрать воды. А Господь обращается к ней и просит ее дать воды попить. Она поражена: как так? Ты, иудей, обращаешься ко мне, который не только иудеи не обращаются, но даже мои соплеменники не хотят со мной разговаривать. Но Господь, открывая ей, что Он не просто человек, не просто иудей, но что Он и ее Спаситель, говорит, что если бы ты знала, каков дар Божий и кто говорит с тобой, то ты сама выпросила у меня пить. И дал я тебе воду, ведущую жизнь вечную. И тут самарянка поражена: как так? Откуда у него вода? Полудень, когда все вокруг высохло, и единственный источник воды — это этот колодец. Вообще в пустынных местах колодец – это источник жизни, потому что когда наступают солнечные дни, то все высыхает, и только из колодца можно достать воду. Она поражена: откуда у него эта вода? Откуда он может достать воду живую? Неужели он выше Якова, который когда-то выкопал этот колодец? Но Господь говорит, что он готов дать ей особую воду живую, которая
имеет особое свойство. Все, что здесь мы имеем на земле, пища или питье, все это кончается. И сколько бы мы ни кушали, сколько бы мы ни пили, снова приходит и жажда, и голод. Господь же готов ей дать истинный источник жизни. Благодать Духа Святаго, как толкует святые отцы. И эта благодать Святаго Духа, придя и поселившись в сердце человека, становится источником этой благодати для всех окружающих. Как мы знаем из истории наших святых, что когда человек приходил в святости, когда исполнялся Духа Святаго, то сам становился источником этой благодати Божией. И вокруг него сотни и тысячи людей спасались. Так что бывало, иной подвижник уходил далеко в пустыню, а за ним шли тысячи и тысячи, чтобы научиться духовной жизни и чтобы тоже соприкоснуться с этой великой благодатью Божией. И вот все, самарянка забывает обо всем, что было ей важно до этого. Она жаждет этой воды и просит у Христа: дай мне эту воду. Он говорит: приведи сюда мужа. И этим самым открывает то, что ему известно все об ее жизни. И самарянка честно признается, что нет у нее мужа. Что 5 мужей было у нее, и что действительно, как Господь говорит, тот, который сейчас, не муж ей. И тогда Господь зажигает ее сердце в своей благодатью. И все, она уже не думает ни о чем земном. Она задает вопросы, которые по-настоящему ее волнуют. Она спрашивает, кто истинно поклоняется Богу, иудеи или самаряне? Где стоит поклоняться, в Иерусалиме или в другом месте? Она переходит к тому, что составляет воля ее сердца, о чем по-настоящему она всегда думала, всегда мечтала, но не имела ответа. И Господь последовательно открывает ей все. Открывает и то, что действительно иудеи истинно исповедуют Бога и знают, кто Он. Но открывает и больше, что Богу угодны не те, кто просто где-то приходит в определенные места и Ему поклоняются, но угодны те, которые своим сердцем, в духе и истине служат Ему. Те, кто знают Его не по Писаниям просто, не по пребыванию в каких-то особых местах, но потому что знают Его лично, знают и любят Его. И таких истинных поклонников ищет Господь Бог. И тогда женщина-самарянка вдруг понимает, что может быть пред ней сам Мессия, тот, кто должен прийти, все объяснить и спасти род человеческий. И Господь признается, что Он и есть Мессия. И тогда ликованию сердца самарянки нет края. Она оставляет даже свой водонос, то, ради чего она пришла к этому колодцу, и бежит в город, чтобы всем рассказать о том, что она видела Христа, и что вот Он здесь, и может спасти всех. При этом она забывает даже то, что ее не любят в ее народе. То, что она женщина презренная, по мнению самарянского народа. Она каждого встречающегося на улице останавливает и говорит ему, что вот я видела человека, который все обо мне знает. Не он ли Христос? Пойдите, узнайте. И, казалось бы, женщина, которую все презирают, оказывается апостолом. Потому что Господь послал ее на эту проповедь. И что еще более удивительно, те люди, которые до этого на нее не обращали внимания и знали о недолжной ее жизни, они верят. Потому что она от своего сердца, как от свечи, передает огонь этой веры, огонь этой любви к Богу. И уже весь город выходит к Господу и принимает его как Мессию. Что мы с вами, люди 21 века, можем вынести из этого длинного евангельского чтения? А мы можем вынести то, что Господь очень близок к нам. Но чтобы Его встретить, нужно быть готовым к беседе с Ним в любое время. И очень важно, чтобы мы и своих детей также учили. Потому что бывает так, что перед нашими детьми мы Бога представляем как далекого такого правителя, к которому не подступиться, который за нами наблюдает и записывает наши грехи. Но ведь это не так. Мы, получается, бывает и себя обманываем, и обманываем своих детей. Ведь Господь бесконечно близок. Он близок так же, как был близок к самарянке. Вот она, казалось бы, просто набирает воды, а Господь сидит рядом. Так же и мы, и наши дети. Вот наши дети учатся в школе, получают какие-то отметки, и вот Господь рядом. Вот у них переживания, вот пришел подростковый возраст, когда, кажется, тебя никто не понимает. И вот Господь все равно рядом. Он готов собеседовать с нашей душою.
А от нас с вами, от наших детей требуется только то, чтобы наше сердце было открытым, чтобы мы были готовы, так же как самарянка, вести с ним беседу, к нему обращаться, обращаться из глубины сердца. И тут даже не надо нашим детям говорить о каких-то особенных моментах, потому что часто бывает, человек начинает поучать и говорить, вот ты только должен искренне молиться Богу. А дети часто не понимают, что такое искренне молиться, потому что они не умеют не искренне молиться. Они еще не научились, как мы, выбирать что-то, что важно, что не важно. Для них все важно. Где-то расстроился ребенок в школе, и вот ему уже нужно утешение от Бога. И с этим он может к Богу обратиться. И в простой своей детской молитве у Бога попросить поддержку. И Господь услышит и откликнется на этот зов любящего сердца. Поэтому не нужно как-то специально даже детей молиться Богу. Просто расскажите, что это возможно. И своим собственным примером покажите, что вы с Богом собеседуете, что вы делаете Ему известными все ваши скорби, все ваши переживания, чтобы наши дети видели, что мы, родители, тоже любим и верим в Бога, что мы вместе с Ним сопереживаем все моменты нашей жизни, не только скорбные, но и радостные. И тогда наши дети увидят, что наша вера, она сильна, крепка, и она полна любви к Богу. Ведь Бог на самом деле, Он к каждому относится одинаково с любовью. Для Него и 100-летний старец, и 7-летний ребенок одинаково драгоценны. Для Него и умудренный науками академик, и простой школьник также драгоценны. Как один святой приводит такой пример, что для каждого, что для Бога каждый из нас, как золотая монета. И эта золотая монета, даже если она упала в грязь, даже если она вся испачкана, Бог знает, что она прекрасна. Ее надо просто достать и открыть, и она снова заплести. Так же и мы будем об этом знать. Как бы наша жизнь нас ни кидала, какие бы сложные искушения к нам ни приходили, что Господь рядом, как рядом Он был к самарянке. И что нам стоит только с Ним заговорить, обратиться к Нему от своего сердца. И поистине захотеть быть с Ним. Не просто иногда приходить в храм, не просто иногда почитать праздники наши православные, но по-настоящему хотеть, чтобы Господь был с нами, чтобы Он нам, не кому-то другому, а именно нам дал жизнь вечную, чтобы Он нам дал тот источник благодати, который и нас делает источниками для всех нас окружающих, и для наших детей, и для наших близких, и для наших родственников. Аминь. Христос воскрес. Аминь. Замечательную, глубокую, не убавить, не прибавить, проповедь произнес священник Григорий Федотов, помощник благочинного. Со страхом Божиим и верою приступите, звучит возглас. Со страхом Божиим, то есть с трепетом, понимая, что совершается и к чему приступаешь, и верою, то есть с глубоким сердечным видением совершающегося, приступите. Верую, Господи, исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешников спасти, от которых первый есть Я. Указывая на чаши, Владыка говорит, ищи веру, яко сие самое пречистое тело Твое, и сие самая честная кровь Твоя. И вот молюсь Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешения, вольные и невольные, и словом, или делом, ведением или неведением, совершенные нами. Вечери Твоей тайной сегодня, Сыне Божий, сделай меня участником. Не врагам Твоим открою эту тайну. Не дам Тебе целование, как Иуда, некогда предавший Тебя. Но как разбойник исповедую Тебя. Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Твое царство. Хор поет «Тело Христово, приимите, источника бессмертия
вкусите. Из алтаря выносятся чаши для причащения молившихся за божественной литургией. Приступающим преподается на лжице, которую мы видим в правой руке владыки митрополита, пречистое тело и святая кровь Господа нашего Иисуса Христа. Лжица знаменует собою клещи, ложечка для причащения мирян, клещи, которыми Серафим взял раскаленный уголь и коснулся уст пророка Исаии, что означало его очищение. Об этом рассказывается в книге пророка Исаии в 6 главе, в 6 стихе. Еще лжица означает губу, напитав которую уксусом, воины подносили к устам Спасителя, распятого на кресте. Подходящий ко причастию называет свое святое христианское имя и должен поцеловать край чаши, знаменуя тем целование ребра Спасителя, из которого истекла святая кровь и вода. Сослужащие владыки, архиереи, священники также держат в своих руках святые чаши и причащают подходящих к ним. На престоле во время литургии находилась одна чаша. Приготавливаясь к причащению молившихся, святое вещество, святые дары были распределены по всем тем чашам, которые мы сейчас видим. От единого источника, от единого хлеба потекли реки благодати Божией, которая сейчас питает всех приступающих. Вот мы видим, сколько сегодня причастников. Немало. Это при том, что здесь не меньше 7 чаш. Тело Христово приимите, источника бессмертного, источника бессмертия вкусите. Святитель Игнатий Богоносец в начале II века писал христианам церкви в малоазийском городе Ефес. Евхаристия есть врачевство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь в Иисусе Христе. Воистину, приобщаясь, причащаясь святых Христовых тайн, тела и крови Христовых, мы имеем Его, по Его слову, в себе. Но так как Он бесконечно больше, сильнее, умнее, мудрее нас, то, принимая Его в себя, мы оказываемся в Нем. Мы составляем одно единое тело, тело Церкви. Не случайно апостол Павел сказал, что Святая Церковь есть тело Христово, а каждый из нас по-славянски «уди от части», то есть части этого тела. Кто мизинчик, кто ресничка. Самое главное, чтобы кровь Христова проникала во все части. Если ведь какая-то часть окажется лишенной
этого божественного тока, она отмирает. Но если она в теле и в теле здоровом, если ничто не мешает благодати Божией принимать эту часть в общение, то тогда она жива и здорова. И жизнь ее начинается, продолжается, но не закончится. Как хорошо, если у человека проснулась потребность в принятии святых Христовых тайн. Великий византийский святой Николай Кавасила, один из самых глубокомысленных истолкователей божественной литургии, писал: «Христос не просто облегся в тело, родившись от Девы Марии. Он также принял душу, разум, волю и все человеческое, так, чтобы Он смог соединиться со всеми нами, проникнуть в нас и растворить нас в себе, имея во всех отношениях свое собственное, соединенным с тем, что наше. Ибо поскольку невозможно для нас возвыситься и участвовать в том, что Его, Он, Христос, снизошел к нам и участвует в том, что наше. И как точно Он сообразуется с тем, что Он принял, что, даруя нам то, что Он получил от нас, Он дает нам Себя, причащаясь тело и крови от Его человечности, мы получаем Бога самого в наши души, тело и кровь Бога, и душу, ум и волю Божию не менее, чем Его человечность. В видимых тайнах, в этом видимом, земном, знакомом нам веществе мы принимаем самого бессмертного, всемогущего, не болеющего, ничего не забывающего, абсолютно доброго, безмерно любящего нас Бога. Семя не просто жизни, как умножение дней, а начало жизни полной, счастливой, по-настоящему человеческой, той, которую и задумал для нас Господь, мы принимаем в себя. Как важно нам после принятия святых Христовых тайн не погасить в себе эту зажегшуюся искру вечной жизни, не затоптать ее нехорошей мыслью, не испачкать ее дурным чувством. Как важно нам хранить себя после того, как мы соединились с самим Богом. Ибо безгрешный, чистейший Господь теперь царствует в нас, нами владеет. Мы Его, а Он, как это радостно, наш. Мы вместе, мы едины. Человек крестится для того, чтобы иметь возможность ответить на Божие приглашение. Бог приглашает нас разделить с Ним трапезу. Он зовет нас на свой пир, на свой праздник. Страшно отказаться от этого приглашения. Невозможно. Некоторые люди говорят: мы крещеные. Ну что, что крещеные? Крещеный ты только для того, чтобы участвовать в этой жизни, чтобы принимать тайны Христовы. И ни для чего другого. Человек крестится, венчается, соборуется для осуществления главной цели своей,
смысла жизни, а смысл в общении с полнотой. Смысл в том, чтобы быть по-настоящему счастливым, открыть в себе все то, что заложено Богом. Мы Его образ, мы Его подобие. Святая чаша возвращается на жертвенник, что знаменует собою вознесение Господа Иисуса Христа на 40-й день после Его воскресения. В течение 40 дней воскресший Христос являлся Своим ученикам, проходил через затворенные двери, преодолевал в мгновение пространство, удостоверял апостолов в том, что Он не призрак, давал им прикасаться к Своим проткнутым копьем ребрам. Ел и пил перед ними, но тело Его было уже особым, духовным. Он мог становиться невидимым и вновь возникнуть. Слова Его теперь обладали еще большей силой. Мы с вами причащаемся воскресшей плоти и крови Иисуса Христа. Произносится заключительное Ектения. Прости, станем прямо, исправим мысли, приняв божественные, святые, пречистые, бессмертные, небесные, животворящие и страшные Христовы тайны. И так став, будем достойно благодарить Господа. И просим о том, чтобы заступил, спас, помиловал и сохранил нас Господь своей благодатью. А в заключении просим о том, чтобы по завершении литургии дал нам Господь день, свет, совершенный, святой, безмирный, безгрешный. И тогда мы сами себя, живя в этом свете, и друг друга, и всю нашу жизнь предадим, посвятим Христу Богу. Благословляй, благословящая Тебя, Господи, звучит молитва, произносимая младшим из служивших священников за амвоном. Так она и называется, за амвонная. Просим Господа о том, чтобы Он исполнил Свою Церковь, чтобы она не оскудела жаждущими общения с Ним, яко всякое даяние блага и всегда, чтобы Он освятил, избрал, исполнил сил любящих красоту Дома Божьего, красоту прежде всего духовную, воспрославил этих людей божественную Свою силою, но и нас не оставил на Него надеющихся, дал миру мир, церквям, священникам и воинству, и всем людям Его. И все это потому, что всякое даяние блага и всякий дар совершен, сходящий от Отца Света. Последнее благословение Божественной Литургии преподносит епископ Луховицкий. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Епископ Луховицкий Петр благословил молящихся. Храм поет тропарь воскресения Христова. Начинается с этого песнопения божественная литургия и им заканчивается. Бог наш, молитвы, пречистые, отпуст Матери, творит епископ Петр, епископ Луховицкий, поминая на нем епископа Константина Польского, Златоустого, святаго великомученика Георгия Победоносца, святого составителя литургии нас, и святого великомученика Георгия Победоносца,
которому посвящен собор Одинцово, празднующий сегодня десятилетие своего освящения. Христос воскресе! Воистину воскресе! Истинно, истинно, правда! Нет сомнения в чистом сердце, что Христос победил смерть, восторжествовал над всяким разделением, над всякую тьмою. Он есть свет, как он сам сказал о себе. И нам даровал Христос жизнь вечную. Поклоняемся Его тридневному воскресению. Многое лето тебе, Господин, по-гречески исполняет хор. Слово по завершении божественной литургии произносит владыка митрополит Ювеналий. Дорогие и возлюбленные братья и сестры, и наши возлюбленные юные певцы, Христос воскресе! Воистину воскресе! Юные певцы! Ополчение не сломит, не одолеет церкви. Мы сегодня
восхищены искусным пением наших детей. И я хотел бы поблагодарить Наталью Вячеславовну, регента хора и нашего дорогого отца Сергия за искусное руководство детьми и сегодняшнее пение. Мне хочется, братья и сестры, всем нам пожелать радости о Господе, чтобы пасхальная радость никогда не покидала наши сердца. Не только в течение 40 дней пасхального периода, но во все дни жизни нашей. Я поздравляю вас с праздником, причастников и причастниц, поздравляю с принятием святых крестовых таинств. А сейчас мы осветим место, где будет строиться воскресная школа для этого святого храма. Желаю всем вам здравия, спасения, во всем благого посвящения, и пусть Господь хранит всех вас на многое лето. Христос воскресит! В конце 30-х годов со своей благочестивой мамой ходил в храм Божий, а уже на 11-м году жизни стал, можно сказать, церковнослужителем. Он прислуживал в алтаре Ярославского кафедрального собора при ярославских архипастырях. Так что стаж его служения Богу – это, можно сказать, вся его жизнь. От младенческих пелен, от возраста, когда он слышал молитвы матери, до нынешнего дня. Дай Господь многое и благое лето нашему правящему архиерею, митрополиту Крутицкому и Коломенскому ювеналию. Уважаемые телезрители, дорогие друзья, братья и сестры, все молящиеся и все смотрящие эту трансляцию, через небольшую паузу мы ее продолжим. Вы увидите молебен на том месте, на котором будет построена воскресная школа. Христос воскресе! Мы видим сейчас последние приготовления перед событием, которое, наверное, запомним в этот день, 14 мая. Освящается закладной камень. Первый шаг, начало большого нужного дела. Строительство воскресной школы. Какое замечательное слово. Школа воскресная. Не просто воскресного дня, а школа воскресения. Школа самого главного торжества и самого радостного. В пасхальные дни пасхальная воскресная школа. Предполагается построить ее трехэтажной, вместительной. Двери ее будут открыты всем, кто пожелает. Ну, в первую очередь, детям, родители которых примут такое важное решение в жизни. Чтобы судьба их детей, решение о том, чтобы судьба их детей не была отдана
на растерзание тем, кто от своих современников ждет только денег, рассматривает их как потенциальных покупателей. Нет. Жизнь человеческая не в том, чтобы покупать и продавать. Чтобы, как говорят, сносить 20 пар обуви, 20 пар брюк, юбок, пальто, съесть тонны пищи, выпить цистерну воды. Нет. Жизнь человеческая, ее смысл в том, чтобы открыть для себя красоту мироздания, чтобы стать мудрым, чтобы отдавать себя другим людям, чтобы познать причину жизни, ее смысл и цель. И этому смыслу реально, ощутимо и непостижимо, духовно приобщиться, пока еще длятся дни, пока еще мы здесь. Вот все эти мысли приходят на ум, когда мы наблюдаем за совершающимся теперь, сейчас, ныне, в центре города Одинцово, в Московской области, в нашей замечательной, древней и новой, обновившейся России. Владыка сказал замечательные слова Спасителя: «Создам церковь мою, и никакое адское покушение, врата ада, врата – это молва, это толпа адская, не одолеют ее. Потому что строитель и вдохновитель, и податель силы церкви, всемогущий Бог, Владыка Ювеналий, кропит участок земли, на котором будет совершено строительство, святой, освященной водой. Это видимый, ощутимый знак благословения Божьего на тех, кто присутствует, кто будет молиться о том, чтобы у начатого дела был успех. Запомним этот день. Время течет быстро. Думается, что пройдет год, два, три. Ну, три это я даже сказал много. Год или два. И мы с вами сможем войти под светлые и красивые своды воскресной школы при Свято-Георгиевском соборе города Одинцово. При соборе, который стоит в центре этого града уже 10 лет. Сколько людей прошло через него, сколько в нем приобщилось семени бессмертия, по словам святых Игнатия Богоносца, Иоанна Златоустого, Николая Квасилы, о которых мы слышали сегодня, когда все вместе, и далекие, и близкие, молились при совершении божественной литургии. Диакон произносит последние слова. Ектинью обращается к Богу в завершении благословения и освящения места строительства воскресной школы. Чудесный день сегодня. Благословение и милость Божия. Небо высокое, синее, солнечный свет. После дней ненасти. Как будто все разошлось, без всякого человеческого усилия. Мановением Божиим Господь сдул, раздвинул облака с неба.
мы с вами воистину сегодня в светлом празднике светлого Христова воскресения. Светлые лица, светлый храм, светлый город и светлое, нужное, важное дело. Благословено высокопреосвященным ювеналием, митрополитом Крутицким и Коломенским. На этом мы с вами прощаемся. Слово хорошее, от слова прости. И надеемся на будущие встречи, на совместную молитву, на успех во всех благих начинаниях. С нами Бог, иначе быть не может и не должно. Спасибо.